В оперном театре необычный юбилей. Круглые даты отмечают сразу три тенора. У Николая Любимова 30-летие певческой карьеры, а его коллег Владимира Ворошнина и Евгения Крюкова – дни рождения. Их они отпраздновали, естественно, на сцене, исполнив ведущие партии в постановке «Любовь к трем апельсинам». Неужели не смешно? Оказалось, оба именинника на оперную сцену поднялись не сразу. Владимир Ворошнин, окончив техникум, работал на заводе, пока талантливому станочнику посоветовали сменить профессию. Учиться музыке пришлось с нуля. Сейчас в копилке тенора более 20 партий. Еще один юбиляр, Евгений Крюков, также изначально не собирался выступать на сцене. До поступления в консерваторию мужчина работал экономистом в банке. Теперь радуется, что сменил профессию. Главное огромное желание, можно всего добиться. Можно сесть, выучить, вникнуть во что-то. Я это делал с удовольствием. Это такие трудности с удовольствием, которые преодолевал.